В Москве состоялась конференция, посвященная развитию российского рынка товаров роскоши. В ней приняли участие эксперты люкс-сегмента, а модератором и почетным гостем мероприятия стала Алена Долецкая. Здесь мы постарались собрать всю цепочку от представителей производителей, дистрибьюторов, людей, работающие также в сопровождении, в коммуникации, люди, консультирующие компании, люди, также работающих в СМИ, в глянцевых изданиях. Если в 99-м или 2000-м году я делала большую презентацию о том, что такое роскошь в России, то мое сегодняшнее выступление об этом будет совсем другим. Это не просто дорогие вещи, а это некий образ жизни. В этом образе жизни должно быть свобода предоставить себе удовольствие. Свобода выбора – это и есть, наверное, настоящая роскошь. Le luxe, c'est toujours quelque chose d'exclusif, quelque chose de spécial. Ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'on est passé d'un luxe voyant à un luxe qui est plus lié à des valeurs internes à la personne.